Ну что сказать? Сказать, что люди сволочи, твари. Только это можно сказать. Уроды. И будь они прокляты, твари такие. Больше ничего не могу сказать. Просто будь они прокляты. Я устала от чужой подлости. Я устала от чужой тупости. Это же надо было вот так запаковать. И я даже не знаю еще, кто там сидит. Похоже, котенок. Ребят. Сволочь, постучи в ворота, спроси помощи, а? Тварь, нет, подло пришло, и эта тварь меня поставила в коробку под забор, а? Суки, просто не знаю, что сказать. Реальные твари. Да, там котята. Неужели так трудно стерилизовать свою кошку, а? Неужели люди, вам хочется, чтобы вам вслед слали проклятие, чтобы вас проклинали, материли, а? Желали вам всего самого страшного, потому что у меня уже никаких добрых слов не осталось. Чем больше я собираю животных и помогаю спасать их, тем больше я ненавижу таких ублюдков, которые тайком приходят и ставят под забор коробки. Разве так можно, а? Что же вы, твари, делаете, ублюдки вы? Нелюди чертовы! Да приди ты, постучи в ворота, попроси помощи, я тебе помогу стерилизовать твою кошку. Но тварь кидать под забор, под чужой забор, вы что считаете, я жить не хочу? Вы считаете, мне не нужен отдых? Вы зачем, уроды, носите сюда коробки, а? Кто вам дал право? Здесь что, буквами написано «приют», «чужой забор»? Вы что творите, гады? Тихо, девочка, не трогай. Вот это моя серая кошка и три котенка, которых только что подбросили. Вот они, три котенка. Мне что, их солить? Если вы, уроды, не можете сами пристроить котенка, зачем вы их плодите? Вы дорастили их до 4-месячного возраста. А дальше что? Дальше мои проблемы. Вы их плодите, а я должна за вас здесь ночи не спать, сидеть в интернете, искать им дом? Люди, у вас совесть есть? Да чтоб вам жилось так, как я сейчас нервничаю. Чтоб вам так каждый день жилось.